мужчина просыпается 24 февраля, смотрит, сверху написано «Я дома». Потому так рукой шарится, он говорит, рядом стакан, и аспирин на таблеточке. Он выпивает аспирин, опа-на, думает, а кто же его поставил? Садится, а там тапки теплые внизу. Теплые тапки. То есть кто-то их нагрел и поставил. Он так смотрит, а напротив халат висит. Халат ему подарили 25 лет назад, после окончания военного учебного заведения имени Можайского. И он лежал всю жизнь в шкафу этот халат, а тут он висит, поглаженный. Он надевает халат механически, значит, шарит по карманам, там записка. Любимый, твой любимый холодный борщ в холодильнике. Он вообще перестает соображать. Ну, 24 февраля, сами понимаем, вчера был 23. Идет на кухню, хлебает этот борщ, потом, значит, возвращается в комнату, смотрит, господи, все помыто, почищено, окна помыты, и сын Васька сидит, причесанный, уроди делает. Подходит, говорит, Вася, что вчера было-то, Вася? Говорит, ну, пап, что вчера было? 23 февраля, а ты, как всегда, пришел, ногой дверь выбил, кошку забросил в балкон, потом достал стакан, налил водки, выпил, откусил стакан, прожевал, проглотил. А потом ты упал на ковер и заснул, а потом мама стала тебя раздевать, а ты ей сказал, уйди, сволочь, я женат.